Поздравляем! Хотели сокращать Банбан 2. Банбан 2. И вместо Банбан 2 получили вот столько вирусняков. А вы знаете что? Можете, давайте сначала. Вот. Первый вирусняк, второй. Ну тут не все. Это просто некоторые еще и другие вирусы. Вот. И дальше пойдут вот такие красивые файлы. Вот такие. Ну, блин, логично. И я эти все файлы удаляю. Только тут этот антивирусик оказался платным. Базик. Как? Кола. Х. Р. Фига. Короче. Ладно. Ну, самое интересное в том, что... Что? Я его нахожу через этот долго-медленный процесс. Я смотрю, где он расположен, или бывает просто пользуюсь поиском, например. Шреддер этот я с помощью поиска делал. А с помощью этого я уже, видите, вот тут это шрень, а эта папка, вот она. Вот папка, а в этой папке находится это. Там в виде ведерка, по-моему, было. А там некоторый вообще какой-то странный. Вот такой у меня вирусняк. Желательно не открывайте ссылки чужие, пожалуйста. Замечательно. Пожалуйста, не открывайте непроверенные ссылки. Все. Спасибо за мой... спасибо за внимание. Ну, я вам сказал, если зайдете там на один сайт, потом, может быть, выкладу. Именно скажу, как это, так. Конец, капец. Именно. Ну, потому что я вам дал почитать. Может, вы почитать, что за вирусы, может, потом скажите. Ну, ладно, пока. И всем пока!